Сегодня в Москве стартовала образовательная программа «Мастерская новых медиа». Программа организована автономной некоммерческой организацией «Диалог» и президентской платформой «Россия – страна возможностей». Участие в ней принимают журналисты, блогеры и лидеры мнений из более чем 30 регионов страны. Республику Коми представляет корреспондент Юргана Никита Чернов. Первую лекцию «Новые медиа. Миллионы в сети или полный блэкаут» провел продюсер, замгенерального директора национальной медиагруппы по развлекательному вещанию и генеральный директор телеканала СТС Вячеслав Муругов. Мы стали перестраиваться, запускать платформы, запускать какие-то интернет-ресурсы. И, собственно, я считаю, что как раз конкурентная борьба, она разворачивается среди такого, среди медийных компаний, в портфель которых входят разные, в общем-то, активы. И прежде всего, конечно, интернет. Интернет, что такое сегодня интернет-активы? Это, конечно же, новый контакт с аудиторией. За этот контакт с аудиторией мы и бьемся. Образовательная программа разделена на 4 модуля, в течение которых участники будут черпать новые знания на практических площадках мастеров российской журналистики Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева и Арама Габриляна.